точный и четкий удар. И несмотря на то, что вратаря в этих воротах нет, все же забить гол, используя лишь струю горячего воздуха, не так просто. Но водители аэродромной службы с заданием справляются. Опыт. Ведь работают обычно в две смены, а основная работа происходит именно ночью, чтобы подготовить полосу к утренним прилетам. С 8 до 8. Потом приходит вторая смена, и нас меняет. У нас все идет круглосуточно. Нюансов очень даже много есть. Ну, особенно зимой. Это очень, конечно, такая работа, когда именно надо работать, чистить, убирать вот это летное поле, подготавливать. Да, именно зимой, когда полосу заметает или происходит обледенение, эти люди приводят ее в готовность, чтобы воздушное судно взлетело или приземлилось без проблем. Вот на таких плужно-щеточных продувочных машинах и соревнуются конкурсанты. Кстати, съехались они со всей России, от Камчатки до Ростова. Всего 9 команд, в каждой по 3 опытных водителя. Проведение данных конкурсов – это возможность познакомиться, обменяться опытами. Данные конкурсы каждый раз проводятся в разных аэропортах нашего холдинга. Сегодня мы принимаем наших коллег в самом северном аэропорту нашего холдинга. Змейки передним и задним ходом, параллельные парковки, умение работать со спецоборудованием. Задания непростые, техника своеобразная и крупная. Члены судейской комиссии оценивали скорость и частоту выполнения задания. Когда пошел дождь, потому что условия дорожные изменились, и люди немножко опасались. Поэтому, конечно, с увеличением осадков время увеличилось. Но в среднем все как бы мастерство показали хорошее. Ошибок практически не было. А футболисты могут вполне заменить нашу сборную по футболу. В ворота попадали практически все. Причем с помощью техники, а не ногами. И это при том, что техника была незнакомой. Участников это не испугало. Они смело приняли вызов. Наши ребята участвовали уже в тех соревнованиях. И когда нам поступило предложение приехать во второй раз, мы не отказались. Мы приехали за победой. И у нас другого положения нету. Опыт опытом, но и настрой важен. В личном зачете золото и бронза достались участникам из Петропавловска-Камчатского. Серебро ушло Табалику. В общекомандном зачете 3-е место у команды Самары, 2-е у наших ребят из Нового Уренгоя. Победителями стали работники аэропорта Елизово из Петропавловска-Камчатского. Шаркова, Виктор Ятленко, информационное агентство «Импульс Севера».